2 декабря, день Авдия. Почитается память святого Авдия, одного из 12 малых пророков. Авдий жил в период упадка еврейского царства, когда народ стал поклоняться идолам. Сам Авдий вел праведный образ жизни и поклонялся Богу истинному. Во время истребления пророков Авдий укрыл в пещерах 100 пророков и кормил их. Потом он оставил государственную службу и стал спутником пророка Ильи. Сам получил дар пророчества и написал книгу пророчеств, состоящую из одной главы. В народе считали, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому его прозвали родителем. От слова «родить», что означает «оказывать содействие», «заботиться о ком-нибудь», «проявлять усердие по отношению к чему-нибудь». Сегодня надо было постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам. Это делалось для того, чтобы защитить дом и находившихся в нем людей от нечистой силы. Не только топор, но и серп помогали защититься от злых сил. Важно, чтобы предметы, которыми стучали, были острыми. Также использовали молитвы, крестное знамение, святую воду, заговоры, чеснок, плакун траву, лук, одолень траву, чертополох и иные. Бытовало мнение, что нечистая сила сегодня может залезть в пустую посуду, а потом проникнуть в человека вместе с принимаемой едой. Поэтому перед тем, как есть, читали молитву, а пищу крестили. Сегодня не стоит выходить на улицу, поскольку считалось, что на дворе нечистая сила беснуется. Поэтому сидели около теплой печи, пили душистый травяной чай и занимались домашними делами. Травяной чай с медом помогал защититься от простуды. Приметы. Если сегодня снежный день с сильным ветром, это к длительной зиме и холодной весне. Много снега, большие сугробы, ожидай богатого урожая. Ясное небо, жди морозов, а тусклое будет оттепель. Если эхо далеко разносится, значит мороз крепчает. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и всех людей дает. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Эй, он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Эй, он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Эй! Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,